Беговая дорожка, линии старта и финиша, тренировки 6 дней в неделю и всего несколько часов на отдых. Стремление побеждать у Павла Жаркова появилось еще в детстве. В возрасте 7 лет спортсмен понял, что хочет стать титулованным атлетом. И первое место на всероссийских соревнованиях в Петрозаводске – серьезный шаг на пути к достижению поставленной цели. На турниры спортсмен приезжает не только покорять вершины, но и ставить новые рекорды. Выполнять новые разряды, ставить личные рекорды. Вообще, ну, также проходить на следующий уровень. На всероссийских соревнованиях по легкой атлетике выступали спортсмены из 43 регионов нашей страны. И каждый из них приехал в Петрозаводск только за победой. По итогам соревнований саровчанин Павел Жарков стал четвертым в дисциплине прыжки в длину, а в тройном прыжке занял уверенное первое место. Прыжки – это вообще самый, ну, один из техничных видов, техника, постоянно работаем над техникой. Молодец, сделал все, что мог. Условия были в это время очень плохие. Дождик был, и сыро, и лужи были. Тройной в песок, весь грязный. Вот у него хороший результат есть, у него есть, что он чемпионское звание. Я думаю, что его теперь будут включать в основной состав Нижегородской области. Впереди у Павла еще много соревнований самого различного уровня, а значит, много новых побед и рекордов. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.